Буча, он Камаркинесса нас, он нас, ну, Вокинс. Че ты вообще, давайте что-нибудь сыграем. Давай. Мой момент на Свинрим, пожалуйста. Ты понял, что он сказал? Серьезно? Можно быть первым. А вот это, я знаю только вот это. Красавец! Привет! Как тебе такое приветствие? Привет! Как тебе, нравится? Мне очень нравится, это слишком мило. Нравится. Сбился, еще раз. Очень атмосферно, мне очень нравится. О, нам тоже очень нравится. Да. 9 утра причем. Серьезно? Серьезно. Еще в начале, когда я стрельнул, в самом начале, где-то у меня там ролики по 70 тысяч. А ты номер где-то оставлял? А я, видимо, в Инстаграме у меня там номер был. И причем не раз мне, два раза писали, один раз в WhatsApp писали. Причём. А что писали? Нормально? Ну, типа, когда новый ролик выйдет, типа. А, я думала, типа, какой-то преследователь. Один тип мне звонит в 9 утра, я понимаю, он говорит, брат, здоров, когда новый ролик выйдет? Skin the color of bark, clothes smelling like trees digging my... Привет. Привет. Как дела? Нормально, у вас как? Нормально, ты слушаешь музыку? Музыку слушаешь? Музыку слушаю. Да? Даже там вот укулеле. А на гитаре умеешь играть? Не. Ну так себе. Так, давай, какую песню хочешь услышать? А вы умеете на пианино играть? Конечно. Конечно. Все умеют. Гитара, второе пианино, только гитара. Ты вот это умеешь песню играть? Я учусь в музыкальной школе. Вот это играешь на пианино? Да, я играла эту музыку. Я даже на экзамене сдавала. А вот это? Вот отлично, вот это будет играть. Я придумала. Вот это вот умеешь? Нет, это еще мне мы проходили. Это все должны уметь играть. Не умею. Блин, они не дают шанса. Да, не дают шанса. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Тоже хорошо. Давайте сыграйте. Давайте сыграйте. Классно. Мне кажется, ты узнала эту песню, да? Ну да, вот не помню. А следующий шаг. Прикольно, но вот эту песню не знаю. Нет? А вон тут такая жизнерадостная была. 16-летним надо играть. Вот. Вот это ты знаешь, да? Юность. Вот. Есть. Так, у меня вторая попытка. Я не хочу проигрывать этот раунд. Давай. Ой. Ты должна ее знать. Нет, не знаю. Да что такое? Неправильная песня. Вот это она узнает. Почему думаешь? Может, он узнает?
Нет, она тоже. Но парень не знает. Нет, вот эта песня, она вообще для всех. А сколько тебе сейчас лет? 20. Ты вот эту песню знаешь. Эта песня универсальная, ее можно всем играть. Сыграйте, пожалуйста. Кого? Я говорю, сыграйте. Так еще никогда не сшивали. О, привет, привет, привет. А вы поете? Конечно, да. Какую тебе песню спеть? Какую вы сможете? Любую, любую песню, которую ты захочешь. Пусть поете на свой вкус. Я уверена, у вас очень хороший. Это так мило. Слух очень хороший, ты говоришь? Вкус очень хороший у нас. Это забыла, как называется, но я тут не знаю. Это, кстати, теперь моя любимая песня, которая связана с одним человеком. Вот, ну я так и знал, видишь, как бы прям подобрал. Чутье, интуиция на уровне. Подобрал, да. Не, вы очень красиво играете, кстати, прям, ну, молодцы. Мне прям понравилось. Ты очень милая. Спасибо тебе. Спасибо большое. За то, что такой добрый человек. Дорогие друзья, все,